Люди как люди, а Катя суперзвезда. Красиво. Здесь мое любимое озеро, это, но воды нет. Ну, уже зима. Там обычно зимой каток. Да-да-да-да-да-да. Как тепло на улице. Ля-ля-ля. Как красиво. Осень еще продолжается. Это как сейчас такая погода, как будто в Украине вот ноябрь нормальный, не снежный, не заснеженный, а нормальный. А я иду, шагаю по Москве. Только я не в Москве, а в Ереване. Так, там дядяшки ссорятся уже. Чик разборки. Кто главный? Оставим их. Красивый дом. И здесь бы я жила, и там бы я жила. Ой, ездила сегодня по делам. Надеюсь, у меня скоро будут какие-то перемены в жизни. Нет, я не надеюсь, я уверена. Ах, люблю я Ереван. Я одета в пальто, и даже жарко. Не. Сейчас пойду, сяду в красивом месте, попью кофе и буду балдеть, кайфовать. Гуляю себе, наслаждаюсь. Хотела, слушайте, ребята, хотела попить кофе, но уже забыла, что не лето, и уже поздняя осень, уже зима, и открытые кафешки закрыты. А внутри... такой погоды, ну, вообще не хочется сидеть где-то в закрытом помещении. Поэтому Катя Катерина гуляет, дышит свежим воздухом, любуется красивыми людьми, природой, зданиями. Вообще могу сказать, что в Ереване очень много красивых и стильных девушек. Вот правда, какой-то вот особенный стиль одежды, образ, макияж. Это вот выделяется. Вот я бывала и в Грузии, в принципе, да, но там тоже достаточно, могу сказать, сильные девушки. Не нравится ихняя мода, но в Ереване это вообще по-другому. Этот характер прям... Боже, как красиво! У меня прям... дар речи потерялся. Вот это вот опера. Это как бы не центральный вход, да? Вот там центральный туда. Какие красивые деревья. Зима. Хочу заметить, зима. Вот сейчас как бы снимаю для вас. Но, казалось бы, нужно что-то говорить, рассказывать, показывать. Но я... бывает, что у меня рот не закрывается. А сейчас я просто соскучилась, наверное, по этим улицам, по природе. Так хочу с вами поделиться, и много слов нету. Где мой гаруш? Что за памятник? Пошлите посмотрим. Я здесь, конечно же, бывала не раз. Ну, кто это, я не знаю. Сейчас посмотрим. Подойдем ближе, почитаем. Главное, чтобы было... написано ли по-русски, или по-армянски, потому что... Ой, по-русски или по-английски, потому что я не знаю. Ого, какие кудряшки пошли. Прикольно. Стильно, видите? Здесь розы еще цветут. Ой, жара. Жарко. Представьте себе. На-на-на-на-на, люди отдыхают себе,
Так, может, здесь будет написано? А, как же, блин, не стыдно. Я подумала, что это комитас. Ну, потом начала думать, что сейчас что-то не то скажу. Конечно же, это комитас. Уже вблизи понятно, сдалека не было мне видно. Так, хотела бы найти я автомат с кофе. Кто подскажет? Может быть, взять... Но я просто не вижу ни одного. Может, там на остановке есть. Музыка играет, класс. Пойдемте сюда пройдем. Это другой кайф. Вот от музыки. Я балдею. Здесь тоже очень много талантливых людей. Творческих. Ну, не только творческих, вообще талантливых. Но имею в виду насчет музыки, танцев. Та-та-та-та-та. Интересно. Это, походу, банк, кредит. А там я, тень моя. Ладно, пойдемте полазим, еще посмотрим. Не буду идти по главной улице, потому что, может, люди, вижу, некоторые стесняются, что я их снимаю. Какое красивое дерево и листья такие забавные. Ух ты! Вдалеке вижу газетный ларек. Так, давайте сюда и пойдем опять. Так давно не ходила с камерой вот в руках по городу, стесняюсь немножко. Ой, у кого-то такие духи мощные. Сейчас остановлюсь, сделаю фото. Даем дорогу. Цветы. Куда я без цветов? Я обожаю все цветы. Особенно ромашки и хризантемы. Рай. Так, а здесь у нас продают картины. Кофе Катя не нашла. Нет, автомата с кофе почему-то не нашла. Ну ладно, может тут будет. Хотя не знаю. Да-да. Красота. Какие красивые картины. Да вот красная. Классная. Там по центру, видите, гранат. Немножко справа. Wi-Fi есть. Ага, так кто? Надо почитать, здесь найти. Надо все знать. Сколько времени прожила здесь? Надо знать. Значит, вот табличка. Сейчас почитаем, что это за знатный человек. Угу. Сейчас вместе с вами будем знать. Мартиросян Царян, армянский живописец, академик, основатель новейшей армянской школы живописи. Все, запоминаем. Мартирос Царян. Главное запомнить. Ну, не знаю, получится или нет. Боже, как здесь, не знаю, душевно и красиво. Но я как-то припоминаю, что здесь я когда-то пила кофе с автомата. А где? Где? Никто не знает. Ладно. Выключусь. Сделаю вам фото. Буду, наверное, ехать домой. Ага. Вон кофеаппарат. Катя нашла. Вон, видели? Сейчас я туда пойду. Копейки нужно найти. Справимся. Ребята!
Нафоткалась я тут и с этими ребятами, и сама. А теперь, слушайте, мне же нужно ехать совсем на другой конец города, да? Ой, ой, сейчас снимем голуби. Как всегда, с одной темы на другую. Я сейчас нахожусь в центре, возле оперы, как вы понимаете. Вот она, через дорогу. Решила Катя пройтись. Ходить нужно, это здоровье. Сейчас отвлекусь от темы, не забуду. Ах, вы мои хорошие. У меня вам нету ни хлебушка, ни семечек. Ну, думаю, вас здесь люди не обижают. Вон там воробушки еще есть. Класс. Ну все, пока. Пошла я. Ну вот, Катя решила пройтись по проспекту вниз. Вниз тем более легко. Хитрая, да? Сказала сама, что гулять нужно, потом сказала, что вниз легко. Сейчас летом вот фреши делают вкусные. Кстати, правда вкусные. И нормально по цене, недорого. По этому пути, знаете, сколько магазинов будет крутых. Катя обожает все, как и все девочки. И духи, и одежду, ну и косметику. О, смотрите, какая машина прикольная. Это для молодожен. Интересная, да? С сердцами такими. У нас вообще не было. Ой, как-то уже все просят, что как мы с мужем познакомились. Это вообще не как познакомились, как все строилось. Это целое кино можно написать. Кто готов? Я буду рассказывать, вы пишите книгу. Потом фильм снимем. Нужно настроиться, собраться. Сейчас у меня есть некоторые дела, по которым я сегодня ездила в город. Поэтому не до этого. Потом пусть все получится, вам расскажу. Ну что я люблю? А, вот этот магазин парфюм. Здесь косметика, духи. Я бы обложилась вся Шанель. И духи, и одежда, и тональный крем. Все, все, все купила бы себе. Ничего, купим. Самое главное, я здоровая, счастливая, любимая. Угу. Какой там Монбланк? Что там? Ой, сколько людей здесь шумно. Наверное, меня плохо слышно. Сейчас немножко еще пройдемся, я выключусь. Я так пойду вниз-вниз по всему проспекту. И там будет уже Сити. И там возьму такси. Все, повторяюсь, там. Слушайте, друзья, я говорю, как я говорю. И шокаю, и гакаю, и забываюсь. Я же тут, чтобы быть настоящей, не притворяться кем-то или кем-то еще. Это я, Катя. Иду, распустила косы, а за ней все матросы. Мама, привет. Какой-то митинг небольшой. Молодожены, молодежь. Так, постоим на светофоре, поснимаем тачки. Ладно, выключусь. Боже, где мои очки? Дождалась. Угу. Телевидение. Ага. Что это, не знаю. Друзья, вы мне... Ой! Вы мне переведете, да, что они хотят? Интересно, это что за здание? Кто ты? Напишите, кто это? Ой, так жалею, что очки не взяла. Солнце такое вообще ослепительное. А я иду такая вся Дольче и Габбана. Да, Верка Сердючка. А что мне нравится? Веселая. Главное, навеселее. Хотя я очень люблю больше всего слушать грустную музыку.
даже не то, что музыку грустную, а вот такие более вдумчивые песни со глубоким смыслом, чтобы пострадать. Как говорится, я в страданиях силу нахожу. Ну, это в том плане, что я люблю размышлять, вникать. Но в то же самое время параллельно я очень веселый человек. Позитивный, хихихаха, бугага. Так, это не наши. Это не наши. А, цветы, цветы. Не, луна, луна, цветы, цветы. Ой, хочу эти вот капусточки. Как часто жизни не хватает друзей и доброты. Может, немножко тара-тару. Луна, луна, цветы, цветы. Там пальто. Ого. А, я все поняла. Это же предвыборчие кампании. Предвыборные, да. Выборчие, это на украинском. Ну, это что-то более веселое. Там кричали как-то агрессивно. Хотя, что я буду здесь говорить? Я здесь, я человек, который это не вникает. Все равно ничем помочь не могу. Это, походу, парикмахерская. Боже, сколько сегодня наснимала? И забыла сегодня, знаете, что? Свою селфи-палку. Я так, наверное, будут ручки, ручки немножко у меня трясучки сегодня. Как селфи-палка, тогда удобно. О, миньончики-позитивчики. Дед Мороз уже здесь. Кстати, весь Ереван уже новогодне украшен. Видите, вот эти вот штуки, они сияют. Ну, светятся вечером. А, еще не включили, но уже подготовлено. Так, это что ли паб какой-то? Угу. Красиво. Опять цветы. Хочу эту капусту купить. Сейчас поспрашиваю, сколько она стоит. Хотя, наверное, здесь пусть муж купит, не я. Что я себе буду сама покупать? Хотя ничего там плохого не вижу. И когда прилетела в Киев, вышла там на Харьковской метро, вышла и попала. Красота. И попала, вышла на Харьковской, как с Борисполя прилетела в Украину. И я это... Встретила там бабушек, которые сидели возле метро и продавали цветы. Хризантемы были, ну не знаю, как человеческая голова. Очень большие. Жалею, что я не сфотографировала. Слушайте, замечаю, сейчас такая вот пора здесь, что люди ходят, кто вообще в джинсовых куртках, кто в жилетках, кто еще в ботинках, кто в туфлях, кто в норковых шубах. Оно же жарко. Угу, какая-то красивая аптека. Ой, одежда. Красиво. Мне нравится. А ну какой мужской костюм выберем? Этот нет. Этот может быть. А, вот это мне нравится. Красиво, правда? А тоже же красивый жакет. О, прикольно, это моему мужу, наверное, подошло. Хотя свитер не в ее вкусе, но обувь и джинсы, и кепка, да. Ой, чуть машина не наехала, нормально. Мне попробуй еще наезжать на меня, ты что? Ля-на-на-на-на. А, еще что я хотела, говорила сегодня о том, что нужно быть искренним, настоящим, добрым. Хотя я себя доброй не считаю, но нормальной. И всегда радоваться жизни. Потому что она у нас одна. Но в то же самое время себя любить, беречь. Потому что мы тоже у себя одни. И запомните, любовь к себе, роман на всю жизнь.
Ну что, друзья, буду я выключаться, наверное, заканчивать свою длительную прогулку, беседу с вами. Хотя у меня есть еще какие-то там планы. Может, еще не буду прощаться. До связи. Солнце, шлю вам тепло, лучики Еревана.